киргизских регионах открываются филиалы российских вузов. В Оше, центр МГУ имени Ломоносова, готовится к открытию филиал МГУ в Караколе. А в рамках проекта «Российский учитель за рубежом» в этом году в Киргизию для преподавания в школах направлено более 100 педагогов из России. Мы понимаем, что этого недостаточно. Президент ставит в этом смысле такие задачи более масштабные. Мы полностью это поддерживаем и будем двигаться по этому направлению. Упомяну, что в целом в вузах нашей страны обучается 16 тысяч киргизских студентов. Из них порядка 7 тысяч на бюджетной основе.